За открытое и слышащее государство депутатов Карагандинского городского маслихата не устраивают ответы чиновников на обращение. В акимате города Караганды состоялось совместное заседание постоянных комиссий по обращениям граждан и депутатским запросам в исполнительные органы. Как все происходило, расскажет Ирина Вабищевич. 8645 обращений от физических и юридических лиц поступило в местные исполнительные органы за истекший период 2024 года. Большую часть обращений составляют вопросы ЖКХ, благоустройства, земельных ресурсов, предоставления жилья, соцобеспечения, труда и занятости. При этом, согласно правовой статистике, ситуация хоть и кардинально изменилась за последние годы в лучшую сторону, но все же имеют место быть факты нарушения процедур. Так, еще в 2022 году было выявлено 275 обращений с нарушением срока. По итогам 2024 года ситуация в аппарате акима города кардинально поменялась. При этом ответственным лицам и первым руководителям различных уровней необходимо делать соответствующие выводы по недопущению подобных нарушений впредь. Отдельно остановились на депутатских запросах, на которые либо не получены ответы, либо с задержкой сроков. Хорошо, мы подождем, но что нам делать и как отвечать нашим избирателям, которые нам отправляют свои обращения, мы на них реагируем. В рассматриваемый период входили также три последних месяца прошлого года. За три месяца 2023 года из 50 депутатских запросов рассмотрено с нарушением срока 21 депутатский запрос. Также рассмотрено с нарушением срока справки рабочей встречи и протокол рабочего совещания. И стоит отметить, что в результате проведенной работы из 80 принятых депутатских запросов рассмотрено с нарушением срока один депутатский запрос с марта, в результате которого наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора на руководителя отдела контрольного и документационного обеспечения аппарата акима Алихан Бокихан. За нарушение сроков депутатских запросов к дисциплинарной ответственности привлечены ряд госслужащих. Меж тем чиновники пояснили, что даже вовремя не дав ответ, вопросы не остаются без рассмотрения. Да, я согласен. Есть моменты, мы с просрочкой ответ предоставляем, но тем не менее все вопросы непосредственно, которые поступают от физических лиц, от депутатов, мы стараемся отрабатывать. В акимате района Кызыбекби и вовсе все претензии в свой адрес сняли, отчитавшись по каждому обращению. На сегодняшний день со всеми депутатами от района имени Кызыбекби я на связи. Нет такого, чтобы я не отвечал, либо не реагировал. Постоянно 24/7 со всеми депутатами. Максимально проводим работу. Вот еще раз бы хотел обратить внимание, что со следующего года максимально это все будет у нас проходить через бюджет народного участия. В районе Алихан Бокихан на самом деле все озвученные запросы, они актуальны. Если по каждому рассматривать, в принципе, на сегодня часть из них уже исполнены. Спасибо за рекомендации. Хотелось бы сказать, что, собственно, я вижу, где у нас идет по аппарату провал, мы над этим поработаем. Вопросы рассмотрения обращений физических и юридических лиц, постановлений, решений маслихата и депутатских запросов будет рассмотрен на очередной сессии городского маслихата 26 июня. Ирина Вабищевич, Межан Жумамуратов, Данил Заславский, 5-й канал.